Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Оставайтесь до конца. Покупочка Яндекс.Маркет, решила попробовать от Леон. Помните, Леон, любимый наш кондиционер Aroma Rich? Не Aroma Rich, а другой. Тут цена вопроса 200 рублей, то есть он гораздо дешевле. Тут еще 600 миллилитров, а в тех у нас было 400. Написано, что тоже концентрат. С ароматом луговых цветов, там разные ароматы. Вот, состав показываю, кому интересно. Хорошо, что этикеточку, слушайте, клеит. Я сейчас открою, прямо и занюхаю, и будем стирать. У меня как раз загружена машина, и ждет прям протестировать этот кондиционер. Слушайте, ну пахнет шикардос. Действительно, как вот цветочки луговые. Очень вкусненький аромат, безумно классный и прям насыщенный. Ну, в общем, что разговаривать-то? Давайте тестировать. Сейчас загружаю машинку. О, по кайфу вообще, девчонки, аромат просто очень вкусный. Сейчас постираю, расскажу, как на мокром, потом расскажу, как на сухом. У тебя еще он прям густой-густой. Сейчас наливала в машинку, он как гель. Не пролить бы. Так, тихонечко, сейчас я вам изображу. И он голубого цвета. Смотрите. А, пролила! Так и знала. Сейчас соберем. Смотрите, какой густой. Сейчас в бутылку перелью его. Он очень густой, он прям так вот практически кусочками. Представляете? Сейчас уберем. В общем, прям практически не это, не течет. Прям очень густой фокус. Покажи нам кондиционер. Вот он. Видите? Касается кондиционера Леон. Девчонки, подробный отзыв уже девочкам писала в Дзене и в Телеграм, по-моему. Понравился. Понравился. Буду брать другие ароматы. Он не такой яркий. Вот кто не любит яркие ароматы, тому понравится. Он очень густой. Я его разбавила с водой. Все отлично, все супер. А на мокром белье аромат ощутимый, то есть даже витает по комнате. Такой нежный и достаточно деликатный. На сухом еле ощутимый. Мне, в принципе, понравилось. И белье очень мягкое, поэтому зачет. Еще одна покупочка с Wildberries, девчонки. Это бренд Free карандаш. Я знаю, что вы многие любите именно бренд Free пятновыводитель. И теперь у них вышел карандаш. Я взяла сразу два. Кислородный карандаш пятновыводитель для самых стойких загрязнений. Давайте открывать. Так, смотрите, вот так он выглядит. Как нам нужно применять? Намочить теплой водой, достаточно горячей водой. Потереть, 10-15 минут подождать, постирать. Мы будем выводить сегодня с вами пятна на белых кедах. Мы будем выводить сегодня с вами пятна на ковре. Смотрите, какой удобный формат. Удобно хранить. Использовали, опять в коробочку убрали, чтобы он нигде открытый вот такой не валялся. Отклеиваем одну полосочку. Да, не оголяется весь карандаш. Это тоже достаточно удобно. И обрабатываем поверхность либо ткань. Гипоаллергенно, безопасно, не повреждает ткани. Хватает очень надолго таких карандашей, как правило, вообще, мне кажется, на несколько лет даже. 500 применений, представляете, разрушает даже самую стойкую грязь. Итак, погнали тестировать. Ну, погнали. Смотрите, как выглядят кроссовки. Кеды, кеды Ксюшкины. Я хочу им былой лоск вернуть. Водички подогрела в чайнике, чтобы она была прям такой хорошо теплой. Наливаю в маленькую мисочку для удобства. Оторвала первую линию карандашика, помочили и поехали. Обрабатываем вот так загрязнение кругом везде, по всему периметру. Ну и минут на 10, наверное, оставим. Сейчас я их все здесь кругом обработаю, а вы пока запоминайте до. Ну все, нанесла. Уже в процессе нанесения, кстати, многие пятна отъедаются. Особенно грязными были носки. Но вот сейчас пока там карандаш вытрем и посмотрим. Вот тут, смотрите, какая чернота на этом ботинке. Везде нанесла и забываем про них на 15 минут. Следующая задача для карандаша Brand Free – пластилинчик на ковре. Излюбленная прям вот вещь, чтобы испачкать ковер у Крис. Опять смачиваем в теплой водичке. И вот так проходимся. Так. Опять смачиваем. Следующий кусочек. Смачиваем. Ой, слушайте, уже хорошо растворяется. Следующий кусочек. Тоже минут на 10 оставлю, а потом, наверное, с мокрой тряпочкой пройдемся. Посмотрим вообще. Вот так. Ковер все-таки тут надо мочить побольше. Ой, да уже хорошо, слушайте. В принципе, уже хорошо. Ой, как удобно.
Вот для ковра, слушайте, это прям очень удобно. Раз. И красота. Но пока пятна сиреневые есть, поэтому оставлю. Вот тут у меня еще желтое какое-то пятно от еды. Так, все, оставляю. Важный момент. Мы когда с вами обрабатываем ткань, нужно намочить ткань горячей водой и потом тереть карандашком. На кроссовках это делать не очень удобно, поэтому мы горячую воду с вами использовали вот таким вот образом. И она должна быть действительно горячей. Вы это заметите, когда будете карандашом проходиться, смотрите, будет образовываться пена. Видите, какая пена? Если пена не образовалась, значит, у вас вода не горячая. Вот так. Все, 15 минут прошло, я сейчас буду все это дело смывать и вам показывать. Пойдем смотреть ковер. Так, ну все, протерла, девочки, это красота. Это прям шик, блеск, красота. Посмотрите, какие носочки. Слушайте, я в восторге. Вот так вот быстро, без усилий, в божеский вид привести подошву. Вообще классно. Классно, 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 супер. Ну, а теперь смотрим коврик. Легкий сиреневый оттеночек пока есть на этих пятнышках. Желтое, кстати, полностью отошло. Видно небольшую белесость, поэтому мы обязательно после таких процедур на ковре проходимся мокрой тряпочкой. Постирать-то мы ковер не можем, к сожалению. Если бы это была одежда, мы бы закинули в стирку и все. Ой, красота, смотрите, все. И сиреневый оттеночек уходит. Протираем как следует, чтобы у нас никаких разводов не было. Так, кто тут свою маленькую ножку сует? Кто сует тут маленькую ножку свою? Все, мама, везде, мам, все, мама, ага. Красота! Смотрите, никакого следа от пятен нет. Мой хороший карандаш бренд Free прошел испытание. Я безумно довольна. Вещь очень удобная. Два покупать всегда дешевле. Один дома, другой хранится. Можно взять там на работу, в сумочку с собой в конце концов положить. Покупайте на Wildberries. Ссылочку, как всегда, оставлю в описании. Вещь мощная, сильная, класс. Купочка Озон. Это, девчонки, колготки. Второй раз такие беру. Первые взяла на Wildberries. Сейчас на Озон были подешевле. Это Encanto Kids 50D. Мы берем ростовку 152-158. И это ультраматовые колготки из микрофибры. Именно из микрофибры. Мне это безумно понравилось, потому что такие порвать практически невозможно. Так, где у нас тут состав-то? Хотела вам показать. Вот он, полиамид и 12 эластан. Они очень крутецкие. Сейчас достану, покажу. В этот раз серый меланж. У меня были синие такие в прошлый раз. Хотела взять черный, но черных нашего размера не было. Видите, они вот такие вот фокус. Матовые. Вот такие. Очень хорошо тянутся. Очень хорошо, кстати, утягивают. Прям просто прекрасно. Вот. И плотности достаточно. И на осень, и на зиму. В школе, в школу Ксюшки прям вообще. В прошлый раз у меня на Wildberries, кстати, с косяком именно на носочки пришли колготки. Здесь вроде все нормально. Да, хорошо пошито. В общем, такой серый меланж. Тоже достаточно приятный такой цвет. Нормальный. Под школьную форму. Хорошо. Яндекс Маркет. Сейчас все покажу, расскажу. Но это Зева трехслойная, 12 рулонов. Я всегда мониторю теперь не только Wildberries, Озон, а еще и Яндекс Маркет, потому что там сейчас много чего бывает дешевле. Завела себе, как в Озоне, карту Яндекс Маркет. 3 секунды как бы у них там в приложении. И тоже получается покупочки со скидкой по карте, без карты чуть дороже. В общем, удобненько. И также по СБП можно кидать на карту Яндекс Банка денежку, сколько нужно, и оплачивать. Ну, в общем, молодцы. Развиваются, мне прям нравится, многое дешевле. В этот раз вот Зева именно такая, беленькую мы любим, 12 рулонов, была дешевле всего на Яндекс.Маркете. Так, поехали дальше. Здесь у меня покупка мужа, но очень интересно, я прям подумала, что мне тоже такое надо. Это ремень, девчонки, он сам себе выбирал, заказал ремень растягивающийся. Вообще вещь прикольная. Так, а это у нас с вами бумага. Я, кстати, ее не проверяла, не распаковывала. Бумага светокопия тоже, она дешевле всего, получается, была на Яндекс.Маркете. Сейчас распакую, покажу. Говоря, бумажка, 500 листов, я, конечно, пересчитывать не буду. Совсем демократично, прямо на Wildberries, на Озон было дороже, 300 с небольшим. Вот. Самая хорошая бумага, девчонки. Мне другая не нравится. Она самая плотная, она самая классная, прям вот, но плотненькая. Для принтера. Печатаю много в школу, в родительском комитете. На весь класс бывает часто. Печатаю много, поэтому всегда пригодится. Так, и ремень я, наверное, одной рукой вам не покажу, как он растягивается. Но он реально как резинка тянется. Вот, смотрите, видно? Растягиваю. Прям он хорошо тянется. Вот такой ремень выглядит очень симпатично, стоит вообще копейки, просто смешные. У кого талия большая, на объем большой, прям будет вообще супер. Сделан очень аккуратно. Здесь вот такое плетение, я так понимаю, что это плетение, оно из резинки. То есть смотрите, вот он очень хорошо, как же вам показать-то, чтобы вам было видно. Вот, видите, он очень хорошо тянется.
То есть можно и утянуть. В этом плане очень удобно. Я такие ремни люблю. Он прям большой и растягивается. Так, а где тут дырочки? А, тут даже дырочек нету, потому что здесь плетение, я так понимаю, да? И можно продевать, по идее, в принципе, куда хочешь. Специальных дырочек даже нету. Классный ремень, прикольный, дешевый, сердито. Покупочки Wildberries, много классных, бюджетных, интересных. Ну, первый набор ручек. Мне вообще вот такие ручки нравятся. Стоят они копейки. Меньше 100 рублей, по-моему, девчонки. Пригодятся, всегда пригодятся. Сейчас школа и так далее, всегда нужны. Дальше заказала провод для принтера, который идет от принтера к компьютеру, потому что наш очень старый, он еще от старого принтера, ему уже тысячи лет, и он почему-то в последнее время, ну, выдает ошибку, компьютер не видит принтер. То есть они все идут стандартные, тоже цена вопроса меньше 200 рублей. С одной стороны у нас, подключу, потом скажу, работает, не работает. С одной стороны у нас классический USB-шник, который подсоединяется к компу, а к самому принтеру вот этот вот разъем, он как-то называется... Девчонки, как он называется? А-плаг, наверное, вот так вот. Ну, это как бы стандартно, он практически, мне кажется, подо все 99% принтеров подходит. Вот такой. Но мне кажется, я заказывала белый. Почему-то пришел серый, надо посмотреть сейчас. Так, дальше. Классные трусики. Одни достала на пункте выдачи, вообще обалденные. Сейчас распакуем, посмотрим. Были отзывы, что все приходят разного размера, сейчас сравним. Так, это у нас масло Монарды для ноготочков. Бюджетненько взяла. Эта вещь вообще классная. Фаберлик, оно пропало, поэтому приходится искать на сторонних ресурсах. Так, а это, девчонки, жидкость Тайга от комаров 30 ночей. Она была что-то вообще там по распродаже рублей 70-80. И я взяла две штуки, потому что у нас пока комары есть. Они активизировались почему-то только в конце августа. Все лето не было в доме комаров. У нас решетки. А тут активизировались. И пока еще есть, поэтому пригодится. И на следующий год тоже останется. Так, сейчас все распакую, покажу. Ну, вот, собственно говоря, жидкость. Коробки как из одного места, но жидкость на месте. Все нормально. И в первый, и во второй. Монарда пахла уже прямо из упаковки. Я уже знаю запах Монарды. Монарда вообще вещь классная. Она для всего. Укусы, какие-то ранки, порезы. Даже вирусные какие-то заболевания. Ногти, волосы. Все, что хочешь вообще. Вещь на самом деле очень классная. Смотрите, вот. Экзема, ожоги, воспаление, зуд, покраснение, угревая сыпь, сиборея, перхоть, заживление ран, препятствие нагноения, герпес. В общем, полно. Здесь полно. Такая инструкция была интересная. Так, провод. Не посмотрела, какой я заказала. Сейчас гляну. Обычный провод. Как бы все нормально. Сейчас попозже чуть подсоединим. Так, и трусики. А вот эти черные, да, они действительно немножко поменьше, нежели вот, допустим, верхние черные. И вообще они прям большеватые. Я взяла... Какой размер? Это 52-54. Они, мне кажется, вот чуть-чуть больше мерят. Можно было брать 50-52 на мой 52 размер. Вот эти черненькие, они вот здесь с бежевым. Ну, вообще красивые, смотрите. Они прям красивые. Спереди кружево. И сзади вот так кружево. Они очень красивые. Но можно было брать вот смело поменьше. Но я повелась, там в отзывах было, что больше мерки, еще разного размера кладут. Не, ну так нормально, нормально должно быть, нормально все равно. Просто они синтетика, они хорошо тянутся. И если взять поменьше, тоже может быть элемент утяжечки. Эти вот безбежие, они побольше получаются. Белые одинаковые. Такие же, как вот черные, они одинаковые. Красивые. Красиво прям сделано, мне понравилось. 4 штуки в комплекте. Красота. Ну и на этом все. Мои хорошие, как всегда, вся полезная информация в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.